Всем привет! Упала вчера с лестницы, уронила два телефона, разбила. В общем, слава богу, что сама жива осталась. Видите, какие блики это. Вот я сейчас сделаю съемки с этого разбитого телефона. Главное, что он остался в целом тоже жив, и что функции все работают. Просто призываю вас быть аккуратными, смотреть под ноги, носить свои телефоны. Новый пост уже в ленте, он посвящен тому, как нужно себя вести родителям и что не нужно делать, чтобы у вашей спортсменки, дочки был максимальный результат. Давайте расти чемпионок вместе, делитесь постом, сохраняйте его и советуйте своим подругам, мамам гимнасток для того, чтобы было больше понимания в гимнастике, чтобы мы пришли к максимально большим результатам. Накрасилась сегодня. Очень оригинально получилось.